Хватит. Это базар, смотрите. Будки нету. Деревья сломаны. Там все вот, видите сами. Ничего не осталось. Вот. Убирают люди свою территорию. Вот крыш нету. Пойдем дальше. Идем дальше. Это базар Алата. Центральный ихний рынок. А что так только здесь такое? Если вдруг выключится, значит батарейка у меня села. Так что смотрите. Вон крыша до какой степени снесло. Навесы вот. Навесов не осталось. Половина навесов не осталось. Не знаю. Вот. Везде. Как говорится. Крыши вот. Вот. Здесь были будки. Вот. Ни одной будки целой нету. Ни одной целой. Вот это базар. Смотрите. Какой рынок. Ничего не осталось. Все убирают, кто у кого остался свои холодильники. Как говорится, витрины вот кто-то. Мясник, наверное, у него одна витрина. Дальше. Здесь каждый день утром была торговля. Здесь продавали хлеб. Вот. Крыши снесло. Смотрите. Вон крыши валяются на земле. Уже комиссия пришла. Они смотрят уровень, как говорится, разрушений, оценивают. Все, сейчас, оказывается, придет. Придут военные, будут расчищать, будут чистить вот эту территорию полностью. Видите, да? Вот. Вон там, может, возьмем в магазине. Сейчас попробуем где-нибудь купить хлеб. Вот же как шрапнель, видите, да? Вот, вот это было чистый шрапнель. Вот. Видите? И так везде было. Все у нас туалетная дверь точно так же пробита вот этими мелкими. Я даже не знаю, как это назвать. Это был, что это было? Лед, град или камушки. Вот такие дела.